Здравствуйте. У вас табло светится, что бензин есть, а бензин на колонках нет. В чем дело? На прошлой неделе бензин марок АИ-92 и АИ-95 частично исчез из продажи в сети ННК в Приморском крае Хабаровске. Автовладельцы негодуют. Все плохо очень. Нигде нельзя заправиться, ребят. Вообще нигде. Везде по городу? Ну, либо пробки большие на бензоколонках, либо вообще нет бензина никакого. Знаете, вот я на пустом баке езжу. Что ж делать? А на других заправках есть? Не знаю, я только первый раз приехал сюда. Ну, а что делать? Нам мы вынуждены. Если ездишь на работу за ребенком, то приходится уже заправлять там, где есть бензин. Поэтому как бы особо здесь выбора нету, выбор не представлен. Но у нас топливная карта от работодателя. То есть мы на других заправках заправляемся только за свои деньги. Соответственно, не всегда есть наличка, да, там и финансы, ну скажем так. Мы рассчитываем на этот бензин, и вот такая ситуация происходит в прошлой неделе. И просто случайно мы узнали, что по топливным картам Альянс отпускает топливо. Пока на станциях сети ННК постоянно продолжают заправлять лишь спецтехнику, машины юридических лиц и организаций. Правительство Приморского края заявляет, что держит ситуацию по обеспечению населения бензином на контроле. Перебои с топливом на этой неделе связаны с проведением восстановительного ремонта на заводе-поставщике. На 30 автозаправочных станциях компании «Роснефть» бензин будет осуществляться без сбыт, реализация бензина будет осуществляться без сбоев. Компания готова обеспечить запасы на АЗС, вывести дополнительные смены сотрудников. Также на автозаправочных станциях независимых автозаправщиков реализация бензина будет проходить в полном объеме. Физически запасы бензинов на независимых АЗС есть. Вполне понятно, что цена на таких АЗС будет несколько выше в силу ценообразования, потому что независимые компании приобретают топливо на бирже, поэтому цена на это топливо исторически несколько выше. Сбой в поставках обещают исправить к следующей неделе. Екатерина Зверева, Игорь Болтов, новости на Восьмом.